И сегодня у нас будет обзор на палетки Melted Chrome, на палетки или монотени, лучше сказать. Их в серии у Essence 6, у меня же 5, я купила все, которые хотела. И теперь я хочу о них рассказать, потому что я их уже все потестила, и мне есть что вам рассказать. Кто-то говорит, что тени Melted Chrome это как расплавленные металл, другие говорят, что это тени фольга, но однозначно вы увидите сейчас на свотче, что у них очень сильная отражательная способность. В палетке, к сожалению, по-моему, я новенькие вам снимала и показывала, какие они новенькие, что они очень симпатичные, на ощупь они очень такие мягкие, почти как суфле, но при этом они все-таки это не тени суфле. Ну, посмотрите, насколько они отражаются. Это оттенок у нас 04. Не совсем по порядку буду, по моему логическому порядку. Это 04 Steel The Look. Есть еще один серый оттенок. Если я вам покажу вместе, то вы увидите, что у них отличие очень небольшое. И покажу вам сразу их вместе рядом эти свотчи, чтобы вы видели, что разница в них все-таки есть. Вы видите, да? Одной, ну, отражают они оба, свет совершенно отлично рефлектирует. Вот этот вот, это следующий оттенок 05 Litmi. Более, он такой более скромный, более нежный, не слишком яркий. Вот этот прямо очень яркий, и он очень стальной. Следующие два оттенка, которые я вам хочу показать, это вот такие оттенки. Вот этот цвет шампанского, такой немного уходящий в розовый. Этот прямо такой розовый, немножечко с, может быть, фиолетовым подтоном. Вот этот цвет шампанского, это 02 Iconic. И такой розовый 01 Think About You. Вот этот оттенок, это Think About You, и вот этот оттенок, это Ironic. Сейчас перенесу вам их на руку. Просто необыкновенно красиво они смотрятся. Конечно, на веки они смотрятся чуть-чуть по-другому. Я обязательно покажу вам макияжи, которые получаются с этими тенями, но макияжу они не будут растянуты, как обычно я это делаю на всю видео. Только один последний, который я делала сегодня, а-ля в стиле барокко. Вот такой очень помпезный макияж. Он будет реально где-то минут на 20. Все остальные я в этом видео вам покажу. Я их делала 2 недели, красилась этими тенями. Хотела вам показать, вот какие разные и красивые макияжи можно сделать. И, наконец-то, то есть снимала я в основном только результат. Я не снимала весь процесс, как я это обычно делаю. Последний оттенок, это оттенок Platinum Nights в оттенке 03. Это вот такой вот темно-серый или серый с голубоватым. Интересный оттенок, сейчас вам покажу. Свотч на пальце, он смотрится вот так. И переносим его на руку. Наверное, я сюда хочу его перенести больше. Смотрите, здесь есть и розовинка просто немножечко, поэтому это такой интересный серый оттенок, необычный, темно-серый. Мне кажется, здесь видно немножко, что есть. Здесь не видно, но вот здесь, мне кажется, видно, что есть розовый подтон у него. Тени держатся замечательно, но все тени, как я уже говорю, я наношу только на базу. С этими тенями я люблю делать именно акцентный такой макияж. Ношу даже их в быту, каждый день наношу их в быту. В течение недели могу носить запросто на улицу, но делаю именно либо в уголок глаза, либо на нижнее веко, либо в середину, на середину века. Тени просто шикарные, девочки. Я не знаю, что еще про них сказать. Просто мне кажется, что если вы любите
хотя бы иногда, хоть немного иногда яркие акценты, и любите яркие макияжи, то тогда вот это вот тени, то, что вам нужно, поверьте. Они стоят для тенюшек Essence, они стоят немного дороговато, стоят они почти 3 евро, 2,95, но, девочки, поверьте, это качество и пигментация и отражающая способность более таких люксовых, дорогих, что-то вроде однушек Монотеней, Urban Decay или даже не знаю, мне кажется, даже Too Faced не такой он яркий, как вот эти тенюхи. Очень рекомендую, вы не будете разочарованы однозначно этими тенюхами, это я вам обещаю просто. Вот, в принципе, и все. Вставлю вам только еще свотчи при электрическом освещении. Посмотрю, что я там еще наснимала, потому что я снимала в течение этих 2 недель. Немножечко о них каждый раз говорила. И поэтому, возможно, будет где-то что-то повторяться, информация. Но, в принципе, это все, что я хотела сказать. Это реально те тени, которые не нуждаются в больших и длинных видео, чтобы показать и рассказать, какие они классные. Просто пойдите в магазин, сделайте свотч. Купите сначала один оттенок, посмотрите, какой он вам, нравится ли вам консистенция, нравится ли вам пигментация, нравится ли то, как он сидит на вашем веке, а потом уже смотрите, нужны ли вам другие оттенки. Но однозначно самый, наверное, носибельный и самый нейтральный, мне кажется, это Ironic во втором оттенке. Он такой самый такой, я бы сказала, нейтральный, но он очень яркий. Просто по оттенкам, мне кажется, он пойдет просто всем. Серый, может быть, не все носят. Но вот этот оттенок 0,5 Litme, он такой, знаете, нетипично серый. Поэтому даже если вы считаете, что серые оттенки вам не идут, поверьте, вот этот вам может пойти, потому что он немножечко, то ли в нем есть коричневинка, то ли есть в нем зеленцо какое-то. Он очень необычный. Вот, в принципе, и все. Всем хорошего дня, хорошей недели и приятного просмотра. Дальше будут у нас под музычку, я вставлю вам обязательно видео с макияжами, с результатом, который получился. Всем пока-пока! И хотела вам показать тени Melted Chrome при таком тоже вечернем освещении. Просто именно вечером они играют как сумасшедшие. Смотрите. Сейчас я сводчи покажу. Смотрите. Вау. Просто вау. В принципе, очень хорошо оттенки видны. Классно, да? Мне даже нравится вот как они вечером переливаются намного больше, чем днем. Днем это прямо очень так ярко и...